скопление находок, численность которых превышает 16 тысяч предметов. Речь идет прежде всего о каменных орудиях и отходах производства каменных орудий. И, соответственно, в рамках этого огромного скопления мы обнаружили западину, очень интересную. Глубина этого объекта составляет более 40 сантиметров. В данном случае мы можем предположить пока, что речь идет об обнаружении жилища. Пока мы можем сказать, что это очень подвижный образ жизни, когда люди находятся на одной точке в течение там, нескольких месяцев, потом уходят, потом возвращаются. И вот эта сезонность связана с тем, что это охотники, и охотники, рыболовы, собиратели, они жестко связаны вот с ресурсными зонами. Они могли находиться в той или иной точке тогда, когда там, значит, был промысловый зверь, когда там была рыба, которая им была нужна, какие-то, так сказать, растения, которые они собирали. И как только ресурсы оказывались истощены, они были вынуждены передвигаться.